В Актобе стартовал форум математиков. Первый день начался с олимпиады педагогов. Академический уровень предметников проверили профессоры местных вузов. Математический слет посетил известный казахстанский академик. Тему продолжит Инкара Карашаева. Заявки на участие в форуме подали порядка 100 учителей региона. Математики представляют в основном районные школы. Открытие олимпиады посетил академик Национальной академии естествознания Жайшылык Сартабанов. В Казахстане, в частности, в Актюбинской области, уровень знаний детей по естественным наукам и математике очень высокий. Такие мероприятия, конечно, дают импульс. Сам я являюсь директором Шубаркудукской гимназии, преподаю математику. Когда мы говорим о статусе педагога, возлагаем большую ответственность на плечи учителей. Потому методологически готовить их к современным технологиям преподавания – наша обязанность. Возраст участников разный, есть и молодые специалисты, и опытные педагоги. На решение 5 задач учителям дали 3 часа. Причина в сложности заданий, говорят организаторы. Уровень уравнений академический. Цель вообще олимпиады – это, наверное, чтобы поднять уровень знаний математиков, посмотреть. Потом во время конференции у нас цель такая, чтобы дать, может быть, наводку учителям также, чтобы математика носила не просто такую теоретическую базу знаний, а именно прикладного характера математика была. После решения задач олимпиады педагоги приняли участие в тренингах по методикам преподавания. Научная часть форума запланирована на апрель. Инкара Карашаева, Азамат Сауханов, телеканал Актобе.